Доброго времени суток, дорогие мои! Приветствую вас всех на моем канале. Давайте посмотрим вот эту ситуацию, то, что наши взяли Масютовку. Это на Купинском направлении. Давайте посмотрим вообще, как будут развиваться события не конкретно в каких-то населенных пунктах, а именно на том направлении. Как оно, Купинское, Купянское. Купинск, наверное, да, направление. Ситуация там будет стабильная. Стабильная, такая благоприятная с одной стороны, ну, либо стабильная вообще. Ну, может быть, противостояние будет. Сейчас, во всяком случае, сейчас. Что там сейчас происходит на этом направлении? Я не смотрю конкретно на какие-то, где Россия, где Украина. Сейчас посмотрим общую ситуацию, что там. И тогда посмотрим. Там стянуто много ресурсов, но получилась очень такая интересная какая-то хитрость. И это хитрость по справедливости. И эта хитрость привела к тому, что ситуация начала меняться, она стала шататься. Если вот до этого она была вот такая стабильная, да, четверка жезлов, и там стянуто много ресурсов, ну вот, видимо, с взятием этого населенного пункта начала ситуация шататься. Она уже не настолько устойчивая. Давайте посмотрим, как будет в ближайшее время развиваться события на Купинском направлении. Ну, в частности, начнем с ВСУ. Для ВСУ. Так что зря панику разгоняли по поводу наступления ВСУ. Как-то оно, по-моему, и стихло. И поэтому Дей помчался за очередной порцией помощи. Ну, для ВСУ будет обострение ситуации новое. Именно в плане боевых действий. Ресурсы, конечно, им в помощь. Они себя чувствуют там сильными и в безопасности. Еще и, скорее всего, им дополнительно будут туда подбрасывать ресурсы. Что для них, как они считают, это очень здорово, положительно. Вот. Ну, а так боевые действия будут продолжаться именно на том направлении, так как обострение уже есть, поэтому ситуация будет дальше разворачиваться. Будут и хорошие новости для ВСУ, и не очень хорошие. И что дальше? Полное разочарование, вплоть до депрессии. И очень серьезный удар ВСУ получит на том направлении. Ну, давайте посмотрим, чем этот удар закончится. Ну, серьезными боевыми действиями и полной остановкой, упадок для ВСУ. Будут они, конечно, там еще сидеть, будут пытаться ждать удобного момента, но пока их там полностью не раздербанят на том направлении. Так, как для наших ребят будет складываться в ближайшее время события на Купинском направлении? Можно сказать, что очень удачно, но работы предстоит много и очень кропотливой работы. Боевые действия, конечно, будут и серьезные боевые действия, но наши ребята как-то вот будут перемещаться и избегать серьезных таких ситуаций. Но при этом я могу сказать, что, скорее всего, будут именно в наступление идти. И задействовать будут все ресурсы, какие только возможно. Потому что решение принято, теперь надо его будет реализовывать. То есть стояли, видимо, там устоялась наконец дорога. Теперь можно действовать.
И действия эти будут, и будут очень серьезные действия, спланированные, что изменит ситуацию для наших ребят, ну и вообще переломит ситуацию на том направлении полностью. Это будет движение к успеху, но не очень быстрое и сложное. Придется что-то новое использовать. И на какое-то время ситуация может и подвиснуть. То есть будут очень серьезно огрызаться ВСУ. О чем это? Ну да, будет тяжело. То есть движение будет, но оно будет очень медленным, почти незаметным и довольно-таки длительным. И чем в результате закончится? Ну, наши ребята возьмут очередные какие-то серьезные позиции, именно серьезные, потому что эта карта, хотя и защита, но это защита успеха. Ну, а успех именно тогда, когда что-то серьезное. Ну, придется им обороняться, да. Когда что-то серьезное возьмут, какой-то, видимо, населенный пункт, я просто не знаю, карты нет перед глазами, что там. Знаю, там Купинск, да, город. Ну, а что там еще есть такое более-менее крупное, сложно сказать. Но это не Купинск, что-то немножко другое. Но в том направлении. И вынуждены будут оборонять, именно вынуждены. Потому что дальше в наступление идти будет нельзя. Нужно будет удержать вот эти вот направления. Но я могу сказать, что это уже такой, знаете, серьезный задел именно на то, чтобы на движение на Харьков. А вот, но там еще окажутся, как бы, если даже вот двигаться на Харьков, то будут окружены ВСУ, то есть котел очередной будет для ВСУ. Но мы знаем, что если что, то они, конечно, будут очень серьезно биться. Но есть какая-то, будет какая-то договоренность какая-то, которая изменит планы и откроет новые возможности, новый путь, который будет более легким. И это будет очень удачно. То есть вполне возможно, что на том направлении ВСУ как-то вот себя будет вести не совсем так, как везде. То есть будет, скорее всего, какие-то договоренности о сдаче в плен, что нашим ребятам будет очень-очень кстати. Удача будет на стороне наших ребят на том направлении. Но будет тяжело. То есть не ждите, что там прямо вот они начали, и сейчас прямо дойдут до Купинска или до Харькова. Конечно, нет. Но движение будет, и какой-то населенный пункт такой более или менее значимый будет взят. Но придется его удерживать. Ну вот, надеюсь, понятно и четко вам объяснила. Желаю вам скорейшего наступления мира. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч!